Привет, друзья! Часто можно услышать, как кто-то жалуется на свой возраст, здоровье и на организм в целом. Поэтому сегодня я хотел бы рассказать о человеке, который бросил вызов этому всему. А после просмотра данного ролика ни у кого из вас не возникнет мысли назвать его дедушкой. Как обычно принято в жизни, если тебе 30, то ты уже не молодой, а если перевалило за 40, то уже глубокий старик. К огромному сожалению, зачастую из-за никчемного образа жизни так и происходит. Но есть примеры, когда люди за 50 выглядят гораздо лучше, чем многие те, кому за 30. Марк Феликс работает строителем. Его рост составляет 183 сантиметра, а вес около 140 килограмм. Феликс сейчас является активным участником соревнований по армлифтингу и стронгменам. Родом он из Гренады, островного государства на юго-востоке Карибского моря, но на всех турнирах представляет Великобританию. С ранних лет Марк старался посвящать себя спорту и занимался бодибилдингом. В возрасте 37 лет он решил попробовать себя как раз в качестве стронгмена и в 2003 году впервые принял участие в соревнованиях. Атлет довольно быстро пробился в ранге профессионалов и уже в 2004-м выступил на турнире «Самый сильный человек на планете» и занял там 8-е место среди сильнейших атлетов со всего мира. Победу же в тех соревнованиях одержал украинский атлет Василий Верастюк. Марк на этом не остановился и продолжил держать свою марку, выступать на самом высоком уровне. И, кстати говоря, он частенько занимал призовые места. Вы спросите, что в этом удивительного? Но спешу сообщить, что год назад, когда ему стукнуло уже 52 года, то этот уже немолодой мужчина, как называли бы его многие, занял 2-е место на чемпионате мира по стронгменам среди ветеранов. Но вот все эти ветераны были как минимум моложе его на лет 10. Ну и это еще не все. В этом году, 6 июля, на стадионе Уэмбли прошел один из самых крупных турниров чемпионата мира среди стронгменов, куда с радостью и отправился герой нашего ролика, которому на минуточку уже исполнилось 53 года. Один из самых эпических моментов как раз-таки создал Феликс, побивший свой собственный мировой рекорд в упражнении «Столбы Геркулеса», или, как еще называется, «Хватка Геркулеса». Суть заключается в том, что участник должен неподвижно удерживать на натянутых тросах 2 каменных столба, вес которых в общей сложности составляет 400 килограмм. Трудно представить, насколько это чудовищная нагрузка. Так вот, 53-летний Марк Феликс не сдал позиции, несмотря на свой возраст, и в очередной раз поставил рекорд. Феноменальный результат в упражнении составил 83,63 секунды, а отрыв от ближайшего соперника составил более 30 секунд. Самое интересное, что предыдущий рекорд также принадлежал ему и составлял 82,26 секунды. Никто и близко не может подобраться к нему. Неплохо, да? Вечно скромный 53-летний спортсмен продолжает бросать вызов процессу старения, удивлять и вдохновлять всех нас. Феликс абсолютно заслуживал рева толпы и уважения, которое он получил на арене Уэмбли. А на сегодня у меня все, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и помните, что возраст — это лишь цифра в паспорте. Пока!